Достойное осмысление традиции школы Вильяма Класса Хеде можно видеть в натюрмортах Яна Янседен Эйла, творческая фигура которого была извлечена из забвения лишь в середине прошлого столетия. Во всяком случае, и Вурцбах, и Бредиус считали удивительным, что в их время не было известно ни одной картины такого значительного мастера, каким был Эйл. Из регистрационной записи о браке Эйла с сестрой художника Яна Янса Трека, составленной 21 марта 1619 года, видно, что уроженцу Амстердама Эйлу в тот момент было полных 23 года, следовательно, год его рождения приходился на 1595-1596 годах. А из завещания, составленного 22 октября 1639 года, явствует, что Эйл жил в Амстердаме, в доме, на фронтоне которого было изображение совы. Эйл по-голландски – сова. Благодаря Бредиусу, опубликовавшему все эти документы, была установлена и предположительная дата смерти живописца. Между 22 октября 1639 года и 31 января 1640. Кстати, изображение совы не только украшало фронтон дома художника, но иногда служило заменой буквенной подписи, как это произошло в «Завтраке у стенной ниши». Находящаяся в Берлине в картинной галерее, считавшаяся вплоть до монографической публикации Бура, работа Вильяма Класса Хеде. Другой натюрморт Эйла с тем же названием «Завтрак у стенной ниши», находящаяся в Бостоне в Музее изобразительных искусств, также ранее считался произведением Вильяма Класса Хеде. Композиционно близок к ним и «Завтрак с ветчиной», штат Коннектикут, Атенеум Ортсорта, доминантой предметной группы которого является венецианский бокал. Все три натюрморта не датированы. Однако их сравнение с натюрмортом «Соловянным кувшином» из Национальной галереи Праги, натюрмортом «Соловянным кувшином», опрокинутой серебряной тацией и флейт-бокалом из Лондона, и с натюрмортом с пасс-бокалом из собрания де Бура позволяет отнести время их написания к началу 1630-х годов. Сопоставление всех этих картин доказывает, какую эволюцию прошла натюрмортная постановка у Эйла. От сложной, составленной из множества предметов и несущей еще отзвуки накрытых столов, к простой пирамидальной группе из 3-4 вещей. Чаще всего в эту группу входили оловянный кувшин, венецианский бокал, а также нож на оловянной тарелке. Иногда рядом с ножом появлялся лимон, а венецианский бокал все чаще уступал свое место пасс-бокалу, ставшему со временем своеобразной визитной карточкой художника. Важная композиционная роль отводилась и металлическому кувшину. Если в натюрморте с опрокинутым оловянным кувшином, серебряной тацией и флейт-бокалом из Роттердама зритель видит лишь донышко, часть тулова, лежащего на боку кувшина, то в ряде других случаев в пражском натюрморте, в картинах из собраний де Бура и Нильса Олессена, натюрморте с оловянным кувшином и опрокинутым ремером из Вены, натюрморте с оловянным кувшином и опрокинутым ремером и тацией из Амстердама, кувшин служит тем центром, вокруг которого группируются остальные предметы. На ручке такого кувшина Эйл часто помещал дату создания картины, так, например, датированный натюрморт с оловянной кружкой из Праги и картина из собрания Олессена. Еще сложнее отыскать в произведениях Эйла подписи криптограммы, данные в форме изображения маленькой совы.
Таким образом, подписана не только берлинская картина, но и натюрморты Эйла из Роттердама, Лорена и Вены. Причем в этих трех последних случаях изображение ночной птицы в форме отблеска света просматривается на полированном боку – роттердамская и лоренская картины, или крышки – венская доска, оловянного кувшина. Из всех названных здесь натюрмортов Яна Янса де Эйла лишь в пражском, вплоть до настоящего времени, не могли найти подписи Эйла. Этим, вероятно, объясняется и его атрибуционная судьба, когда его поочередно считали работой Вильяма Класса Хеды, Яна Янса Трека и, наконец, Яна Янса де Эйла. Причины, по которой авторская подпись на пражской картине не была обнаружена ранее, можно объяснить тем, что исследователи искали ее письменную форму, не догадываясь о существовании криптограммы, которая находится на тулове кувшина, прямо под основанием его ручки, где силуэтное изображение совы мы видим в форме светового блика. Сходные обстоятельства обусловили и анонимность завтрака с крабом из Новосибирска. И тут вместо сигнирования своего детища Эйл прибег к криптограмме. Удалось обнаружить ее на донышке опрокинутого бокала, как и в роттердамском, лоренском и пражском натюрмортах, помещенные здесь на самом видном месте изображения совы в силу особенностей психологии человеческого восприятия, оказалось незамеченным исследователем. Горизонтальный формат картины и почти симметричная сервировка предметов натюрмортной группы указывают на ее раннее происхождение. Точность рисунка и моделировки, отныне ставшие характерными элементами творческого почерка мастера, соединяются здесь с виртуозной передачей тончайших градаций оттенков цвета. Благодаря этому контуры теряют свою жесткость, поток света скользит по поверхности, каждая из вещей создает полнейшую иллюзию световоздушной среды. Характерно, что, судя по имеющимся на картинах Эйла датам, они исполнены в короткий отрезок времени. От 1632-го, картина в Пражской национальной галерее, до 1637-го, картина в собрании Дебура в Лорене. Не меняя коренным образом ни колористическую систему, основанную на едином главенствующем тоне, ни характера изображаемых предметов, Эйл в этот период пошел дальше своих предшественников Класса и Хеды, сделав окончательный выбор в пользу вертикального формата. И сумел придать своим композициям более централизованный, монументальный характер. Компактная группировка немногих крупных предметов оловянного кувшина, венецианского бокала и скомканной белой скатерти, тончайшая игра рефлексов на тулове кувшина и складках скатерти, сочные красочные световые контрасты и, наконец, простота и четкость композиционного ритма, ставшие основой понимания нового художественного образа, оказали плодотворное воздействие на живопись Герита Вильямса Хеды и особенно на искусство Шурина Эйла, Яна Янса Трека.